Владимир, добрый день. 31 декабря 2020 года. Показываю, как идет изготовление вашего домокомплекта. Давайте начнем с пиломатериала, который у нас уже под навесами. Доска 25, брусок 50/50 на кровлю. Самое важное, главное, подкладочная доска, лиственница. Вот она идет. 50/200 сечение. Так, дальше это у нас новый цех, новая линия по профилированному брусу, в том числе сушилка, на которой мы начинаем изготавливать ваш домокомплект. Давайте сейчас я покажу сушилку, в которой только сегодня выключили вентилятор и высохло 80 кубов бруса, в том числе и на ваш дом. Сейчас мы заходим с задней стороны сушилку, со стороны топочной. Вот, собственно, печка, которая подает нам теплый воздух, мощный вентилятор. Сейчас подойдем к системе управления. Ну, здесь сейчас особо ничего мы увидеть не можем. Просто что стоп, все выключено, сушилка остывает. Топим осиной обязательно. Так, не знаю, увидим ли мы, не увидим через телефон. Доверху у нас полная сушилка сухого бруса. Все просохло в штатном режиме, трещин немного, так как в основном все идет со сна. Выходим, и давайте сейчас я сниму третью часть, уже производственный цех, где есть погонаж на ваш дом. Цех по изготовлению профилированного бруса. Заходим. Оп. Так, и здесь видим, такая у нас самодельная сделана каретка, и на ней лежит брус. Уже сухой, который мы подаем на погонаж. И стоит четырехсторонний станок, новый, который строгает, делает профилированный брус. Видим заготовки, которые в том числе пойдут уже и на ваш дом. Показываю состояние бруса. Какой-то брус из этого мы будем отбраковывать. Вот мы, как видим на заднем плане, вырезаем большие сучки, большие трещины. Дальше, после того, как мы брус профилированный изготовили, мы на этом станке делаем полубрус. Это закладные полубревна. Несколько деталей буквально. А основная часть дома изготавливается, нарезаются чашки на чашкорезном станке. Новый чашкорезный станок. Рабочая документация уже так должна лежать здесь. Вот Пальтов. То есть это полубревно. Это уже идет ваш дом. Он у нас на производстве. Порядовки все для ребят, чтобы знать, что изготавливать. Эскизный проект. И вот самое главное, пошла карта раскроя, как мы будем изготавливать детали из 6-метровых заготовок. Начнем мы непосредственно нарезать чашки 3-4 января, вот, складывать на поддон, упаковывать и вывозить на улицу. В планах к 11-13 января все закончить. На этом видеообзор завершаю. С наступающим Новым годом. Спасибо за внимание. До свидания.